блогер Давид Манукян рассчитался с крупными долгами, которые он задолжал новосибирским риэлторам. После разрыва с Ольгой Бузовой Дава начинает жизнь с чистого листа. Теперь блогер рассчитался с долгами, которые преследовали его несколько лет, и исчез из базы данных судебных приставов. Как сообщает КП «Новосибирск», в 2015 году Дава заключил договор с двумя риэлторами, получив более миллиона рублей за квартиру площадью 76 квадратных метров в строящемся доме. По данным издания, свою квартиру новые владельцы получить не смогли, поскольку Манукян перепродал недвижимость другому человеку. Риэлторы пытались вернуть потраченные деньги и обратились в суд. После нескольких лет разбирательств суд стал на сторону риэлтора, а Манукяна заняли судебные приставы. Но, как выяснилось совсем недавно, блогер все же смог погасить долги. Давид Манукян представил документы, что вся задолженность погашена. Евгений Вагнер, один из риэлторов, которому Манукян должен денег, заявил, что сейчас они проверяют, вся ли сумма, предписанная судом, поступила на счет.